Сегодня я посетил одну из пожарных частей, которая прикрывает практически 90 населенных пунктов Вологодского муниципального района, в котором проживает 15 тысяч человек, 34 социальные объекта. Все это охраняет всего 20 человек личного состава пожарной части номер 41. Конечно, люди, которые жертвуют своей жизнью практически каждый день, совершая оперативные выезды, заслуживают очень большого уважения. И благодаря работе наших пожарных за последние 5 лет сократилось на 20% количество пожаров, на 30% сократилось количество погибших на пожарах. И я очень рад тому, что наши пожарные выполняют свою работу профессионально. Сегодня мы увидели современную технику, которой еще несколько лет назад вообще не было. Это современные высокоскоростные мотопомпы, квадрокоптеры, которые позволяют нам мониторить ситуацию, особенно на торфяниках, на которые просто не проехать. 2 года назад этого вообще не было. Мы благодарны Министерству обороны за то, что они нам передали современную пожарную технику. Уважаемые сотрудники пожарной службы Вологодской области, от имени правительства Вологодской области и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником. Наши пожарные несут суровую вахту по спасению наших людей, имущества, предприятий, организаций, охраны лесов и торфяников от пожаров. В Вологодской области 3400 пожарных, которые эксплуатируют более 620 единиц специализированной пожарной техники. В прошлом году мы приняли решение по закупке нового оборудования для охраны пожаров и торфяников. В этом году, подписав соглашение с Санкт-Петербургом, мы поставим пожарной службе Вологодской области более 100 единиц специализированной техники. Я поздравляю вас с профессиональным праздником. Я желаю вам самого главного – здоровья, безопасности и сухих вам рукавов.